Друзья, привет, хай! Приветствую вас на канале «Английский язык по полистам». По вашим заявкам мы продолжаем данный плейлист, который так и называется, и мы с вами сейчас переходим к практике. Значит, друзья мои, еще раз внимательно посмотрите теорию, мы с вами все разбирали. Также еще можете повторить, соответственно, первый уровень, пройти, кто еще не прошел, это очень важная база всего английского языка. И мы переходим к практике уже посложнее, но давайте стараться и вместе идти дальше шаг за шагом. Если что-то не получается, не волнуйтесь. Самое главное, чтобы вы понимали, почему именно не так. А далее у нас с вами еще запланировано много практики, мы натренируемся. Итак, я думаю, что английский довольно легкий. Я думаю, что I think that английский English довольно легкий. Довольно is quite легкий, easy. I think that English is quite easy. Опять же, я хочу сказать, что мы в этом уровне используем также элементы из других уровней, как, соответственно, и в уровне начальном, beginner. Тоже там были элементы других уровней. Поэтому полезно, опять же, соответственно, смотреть и первый уровень, и этот уровень тоже. И мы тоже, видите, здесь используем элементы из других уровней. Тоже полезно. I think that English is quite easy. Этот билет довольно дорогой. Этот билет. This ticket довольно дорогой. Довольно is rather дорогой, expensive. Is rather expensive. This ticket is rather expensive. Мои знания намного больше сейчас. Это очевидно для меня. Мои знания. My knowledge намного больше. Намного. Is much больше, bigger сейчас, now. Это очевидно. It's obvious для меня, for me. It's obvious for me. Видите, наверное, быстро мы смогли перевести, кто проходил, соответственно, первый уровень. It's obvious for me, быстро. А вот первое как раз предложение посложнее. Это говорит о том, что нужно много практики, много контрольных. Все на самом деле запланировано, не волнуйтесь, не все сразу. It's obvious for me. Мой друг понимает меня. Мой друг, my friend, понимает, understands меня, me. My friend understands me. Эти мужчины очень умные. По умолчанию использую слово smart. Эти мужчины, these men, очень умные. Очень, very умные, smart. These men are very smart. Мне кажется, что твой друг прав. Мне кажется, что it seems to me, что that твой друг прав. Твой друг, your friend, прав, is right. It seems to me that your friend is right. Друзья, и также здесь хочу сказать, что вы не волнуйтесь. Действительно, может быть, кажется нестандартное начало, но честно хочу вам сказать, что весь курс уже продуман. Вот следующий уровень, что мы сейчас мы разбираем. И на самом деле просто все время я слышу одни и те же ошибки. Вот забывает, соответственно, поставить ведь форму здесь, видите, как раз to be или еще что-то. Поэтому, на самом деле, хочу вам честно сказать, что у меня огромный опыт, я очень много занятий живых провел. И поэтому вот я поставил курс именно на мой взгляд. То есть не по какому-то общему шаблону. Да, конечно, грамматика отражается как раз для уровня и даже больше, но как раз по своему усмотрению. Специально для вас все продумано именно так. Как раз что нужно, вот именно чтобы не делать ошибки, а правильно как носители говорить. Потом вы не волнуйтесь, все продумано.
И контрольные тоже скоро к ним готовьтесь, но чуть позже. Итак, далее. Скажем, этот мужчина работает здесь. Этот мужчина, this man, работает здесь. Работает, works, здесь, here. This man works here. Мне кажется, что этот метод реально работает. Мне кажется, что... It seems to me, что... That, этот метод... This method реально работает. Реально. Really? Работает. Works. It seems to me that this method really works. Китайский очень сложный. Китайский. Chinese. Очень сложный. Is very difficult. Вот здесь почему-то хочется добавить but not for us. Но не для нас, but not for us. Но пока не будем, всему свое время. Chinese is very difficult. Далее. Твои слова действительно мотивируют меня. Твои слова, your words, действительно, really, мотивируют меня. Мотивируют. Motivate. Меня, me. Your words really motivate me. I think that English is quite easy. This ticket is rather expensive. My knowledge is much bigger now. It's obvious for me. My friend understands me. These men are very smart. It seems to me that your friend is right. This man works here. It seems to me that this method really works. Chinese is very difficult. Your words really motivate me. Мне кажется, что эта информация очень полезная. Мне кажется, что... It seems to me that... Эта информация... This information... Очень полезная. Очень. Is very... Полезная, useful. It seems to me that this information is very useful. Некоторые люди говорят, что деньги — это только бумага. Некоторые люди. Some people говорят, что... Say that деньги, money — это только бумага. Это... Is только, only, бумага, paper. Some people say that money is only paper. По умолчанию используем only. Вопрос. Ты согласен? Ты согласен? Do you agree? Do you agree? Some people say that money is only paper. Do you agree? Эти вещи такие важные. Эти вещи, these things, такие важные, такие, are so важные, important. These things are so important. Тот мужчина очень слабый. Тот мужчина, that man, очень слабый. Очень, is very слабый, weak. That man is very weak. Этот язык реально такой сложный. Этот язык, this language, реально, is really такой сложный. So difficult. This language is really so difficult. Тот мальчик очень сильный. Тот мальчик, that boy,
очень сильный. Очень is very сильный, strong. That boy is very strong. Я думаю, что этот тест довольно сложный. Я думаю, что... I think that... Этот тест... This test... Довольно сложный. Довольно... Is... Rather... Сложный... Difficult. I think that this test is rather difficult. Деньги — это не все. Деньги, money, это не, isn't, все, everything. Money isn't everything. Вопрос. Ты также так думаешь? Ты также так думаешь? Ты, do you, также, also, так думаешь? Think so. Do you also think so? Money isn't everything. Do you also think so? Мой прогресс такой большой. Мой прогресс... My progress такой большой. Такой. Is so... Большой. Big. My progress is so big. Эти люди очень умные. По умолчанию используем слово smart. Итак, эти люди. Эти люди. These people очень умные. Очень are very умные, smart. These people are very smart. И вот такой случай у меня был, когда у меня был живой урок английского языка. Я вот на бумажке обычно вот писал, и вот тоже бывает так, что целая страница, а оставлял, соответственно, много свободного места, и ученица говорит, но ученица уже была, в принципе, в возрасте относительно, то есть это было за 70 лет, она говорит, что вот очень много пустого места пропадает, то есть надо все покомпактнее, надо вот экономить бумагу. И вот согласно вот как раз этому напутствию, здесь тоже решили сэкономить место, ну, может быть, не стоило, но покомпактнее, что было. Итак, смотрите, получается, it seems to me that this information is very useful. Some people say that money is only paper. Do you agree? These things are so important. That man is very weak. This language is really so difficult. That boy is very strong. I think that this test is rather difficult. Money isn't everything. Do you also think so? My progress is so big. These people are very smart. Эта информация довольно полезная. Эта информация... This information довольно полезная. Довольно is quite полезная, useful. This information is quite useful. Эти билеты довольно дорогие. Эти билеты, these tickets, довольно дорогие. Довольно are rather дорогие, expensive. These tickets are rather expensive. Мне кажется, что это видео довольно скучное. Мне кажется, что it seems to me that это видео, this видео, довольно скучное. Довольно is rather скучное, boring. It seems to me that this video is rather boring. Далее, хочу тебя похвалить. Ты такой умный. Или также могу сказать, ты такая умная. Ты такой умный. Или ты такая умная. По умолчанию используем smart. Получается, ты, you're
такой умный. You're so smart. Это же ты такая умная. You're so smart. Это место довольно красивое. Это место, this place, довольно красивое. Довольно is quite красивое, beautiful. This place is quite beautiful. Эта вещь действительно важна. Эта вещь, this thing, действительно важна. В принципе, также можно перевести действительно важное. Действительно, is really важное, important. This thing is really important. Деньги действительно важны. Деньги, money, действительно важны. Действительно, is really важны, important. Money is really important. Английский легкий. Английский, English, легкий, is easy. English is easy. Мой прогресс намного больше сейчас. Это очевидно для меня. Мой прогресс, my progress, намного больше. Намного. Is much больше, bigger, сейчас, now. И это очевидно для меня. Это очевидно. It's obvious. Для меня, for me. It's obvious for me. My progress is much bigger now. It's obvious for me. Я думаю, что английский легкий. Я думаю, что... I think that. Английский, English, легкий. Is easy. I think that English is easy. This information is quite useful. These tickets are rather expensive. It seems to me that this video is rather boring. You're so smart. This place is quite beautiful. This thing is really important. Money is really important. English is easy. My progress is much bigger now. It's obvious for me. I think that English is easy. Мои друзья часто ходят туда. Мои друзья, my friends, часто, often, ходят туда. Go there. My friends often go there. Этот мальчик очень слабый. Этот мальчик, this boy, очень слабый. Очень, is very, слабый, weak. This boy is very weak. Я думаю, что китайский довольно сложный. Я думаю, что... I think that... Китайский... Chinese... Довольно сложный. Довольно. Is... Rather... Сложный. Difficult. I think that Chinese is rather difficult. Этот язык кажется очень сложным. Этот язык... This language кажется, seems очень сложным. Very difficult. This language seems very difficult. Эта речь мотивирует меня очень сильно. Эта речь, this speech, мотивирует меня, motivates me, очень сильно. Greatly. This speech motivates me greatly. Деньги мотивируют его.
деньги, money, мотивирует, motivates его, him. Money motivates him. Видите, хотя это единственное число, это неисчисляемое в английском языке, в этом артикль здесь не нужен. Money — это неисчисляемое, но единственное число. Money motivates him. Эти мужчины работают там. Эти мужчины. These men работают там. Work there. These men work there. Этот мужчина очень сильный. Этот мужчина, this man, очень сильный. Очень. Is very сильный, strong. This man is very strong. Я думаю, что этот урок довольно интересный. Я думаю, что... I think that. Этот урок, this lesson, довольно интересный. Довольно. Is quite интересный. Interesting. I think that this lesson is quite interesting. Но опять же, на практике вы можете различные здесь слова использовать, или, например, really, или very, разные. Или, например, есть отрицательное значение to. То есть это уже как хотите. Моя задача вас как раз научить вот модели. А далее вы уже сами можете использовать ее. Далее. Хочу тебя похвалить опять и сказать. Ты очень умный. Или ты очень умная. Итак, ты. You're очень умный. Very smart. Или ты очень умная. You're very smart. My friends often go there. This boy is very weak. I think that Chinese is rather difficult. This language seems very difficult. This speech motivates me greatly. Money motivates him. This man works there. This man is very strong. I think that this lesson is quite interesting. You're very smart. Друзья мои, действительно, вы большие молодцы и огромные трудолюбцы. И опять же, рекомендация та же самая. Смотреть внимательно, ничего не пропускать. Опять же, хотя у кого уже есть, может быть, уровень elementary или даже уровень выше среднего, думаю, что все знают. Но поверьте, очень много есть подводных камней, и как раз полезно все закрепить. И также можете проработать более внимательно первый уровень. Это тоже очень мощная база. Но мы здесь, вот в этом уровне, пойдем дальше запланированно и еще как раз усилим наш уровень, прокачаем наш английский. Друзья мои, это очень здорово, что есть такая практика у нас с вами. Это отличное дополнение, и даже не дополнение, а это полноценный плейлист с нуля. И как раз идем далее, разумеется, с вашей поддержкой. Друзья мои, чего вам желаю? Как раз желаю вам трудиться как раз более усердно. И что действительно показать более высокий результат. Но мне лично помогает именно восприятие на слух, когда слушаю много фоном. Это реально работает. This method really work или works? Ну, конечно, works. This method really works.